Всем привет! Мы с Оливкой едем на гимнастику, выехали сейчас. Спереди. Да, сегодня Оливия спереди. Крутышка. Выехали чуть пораньше, нужно заехать, заправиться. У нас осталось бензина на 5 километров. А там Кира сидела. Давай, Оливия, давай. Давай, давай, разувайся и беги. Да. Давай, Оливка, тебя ждут уже, давай. Все, пока. Бусику обязательно. Все, пока-пока. Хорошо позаниматься тебе. Пока. На улице такая погода, прям как будто весна скоро, вот-вот. Но, к сожалению, говорят, еще весной будет настоящая зима, мороз со снегом. Так что не радуемся раньше времени. Ну все, Оливку отвела. Сейчас мне нужно заехать еще в одно место. Нам одобрили материнский капитал, вот эти 10 тысяч. Пойду заберу там какие-то документы, узнаю, на что все-таки их можно потратить. Мы писали заявление на то, чтобы потратить их на достройку нашего дома. В общем, пришел результат. Позвонили мне, что прийти можно забрать. В общем, не знаю, что еще надо там забирать. То есть разрешение это или что-то там. Ну, в общем, пойду сейчас все узнаю. Вот, а пока расскажу вам один интересный факт. Я думаю, что скоро у меня соберется этих фактов очень много о Беларуси. И надо будет делать такую рубрику у себя на канале «Топ интересных фактов о Беларуси». Ну, это такие житейские, в принципе, факты. Ничего там сверхъестественного, но все-таки. Не знаю, как вообще по всей Беларуси в городах. Но вот именно в этом городе, в котором я живу, очень интересный такой момент от наших мастеров по маникюру. Вот, если видно. Если вы нашли здесь хорошего мастера, вы супер-мега, вам повезло. Потому что мастеров очень много, они на каждом шагу. Наверное, каждый второй здесь мастер по маникюру и педикюру. И если вы на самом деле нашли своего мастера, то это, ну, реально классно. Потому что как-то был момент, что я... Мой мастер, первый, к которому я ходила, она переехала в другой район, и мне нужно было, ну, где-то искать поближе. И, ну, я думала, что это все будет намного проще, намного спокойнее и не так трагично, как оказалось. Но был момент, что я первый раз... Мне сделали очень ужасно, мне спилили всю ногтевую пластину, с которой потом мне очень больно было ходить. Даже уже когда с покрытием, я не могла до ногтей дотрагиваться, было очень больно. И, в общем, я к этому же мастеру не пошла. На следующий раз я пошла попробовать, решила второго мастера. Пошла тоже в этом районе, чтобы недалеко. И это было вообще весело. Весь процесс маникюра, когда она мне спиливала и запиливала все эти моменты, весь этот процесс, она включила телевизор. И просто периодически, когда она пилила ноготь, она просто останавливалась, вот так вот открывала рот. И в этот момент шел сериал какой-то, наверное, ее очень любимый, который она смотрит. Она открывала рот, просто зависала, и несколько просто секунд она просто ничего не делала. Она просто утыкалась в этот телевизор, в этот экран, и смотрела, что ж там такой момент какой-то важный. И вот в течение, вот, наверное, я просидела у нее 2,5 часа, и она вот в течение этого времени периодически вот так вот зависала и смотрела свой сериал. Я была в шоке. Ну, в общем, тоже мне это не понравилось. И, ну, не то, что не понравилось, вообще все не понравилось. И само отношение, и сам процесс, и качество мне тоже не понравилось. О, кстати, вот вроде хорошо видно. На третий раз я просто реально сбежала от мастера.
когда я увидела ее настроение, она какая-то была вся взвинченная, такая нервная, а я пришла к ней в первый раз, и когда я села и посмотрела на ее лицо, на ее вот эту нервозность, мне реально стало страшно. И у меня в голове столько мыслей сразу, я думаю, боже, если ты в таком состоянии, в таком настроении, наверное, уже 8 часов, может, она уже устала. Я просто реально, я сказала, извините, но я, наверное, не буду у вас делать сегодня ногти, я поеду домой. Она на меня посмотрела так, ну, пожалуйста. В общем, я сбежала, это был третий мой раз, это был самый последний мой такой рывок, который я хотела все-таки найти своего мастера, ну, оказалось, что все, я решила, что мне нужно срочно найти нормального мастера, к которому я буду постоянно ходить. Ну и в итоге мне посоветовали, то есть здесь работает система, посоветовать, подсказать, то есть по объявлениям ты можешь найти, я говорю, каждый второй мастер по маникюру. Ну, если тебе подсказали, сарафанное радио здесь очень хорошо работает, и вот я нашла своего мастера. Вначале мне, я не могла к ней записаться, потому что там были с мега очередь к ней наперед запись, а мне нужно было делать срочно. Поэтому вот прошло, наверное, полгода, и я все-таки к ней записываюсь. Сделала первый раз, второй, третий. Ну, все нормально, мне все устраивало, все хорошо. Но тут однажды, когда я пропустила. Но я не скажу, что я пропускаю просто так. Это у меня была уважительная причина, по которой я не смогла пойти на ногти. То есть Лена не спала всю ночь, я просто реально проспала, потому что мы заснули с ней только под утро, и я просто спала до 12 часов вместе с ней. И я перезвонила своему мастеру, извинилась, что так и так, я как бы... Ну, такая ситуация уважительная, я не пришла, запиши меня как бы на ближайшее время. На что она мне ответила, что ближайшее время аж 29 января. То есть с учетом того, что я на 10 была записана, это было 4 недели, плюс еще на 29, то это, наверное, 7, почти 8 недель. То есть она меня не смогла записать раньше, потому что вот это вот фишка здесь, в этих Барановичах, в этом городе, что если ты пропустил к своему мастеру любимому, они, ну, никак не могут сделать тебе поблажку и записать тебя раньше, или всунуть между клиентами, или поработать на одного клиента в день больше. То есть нет, они настолько ценят свое время, конечно, это супер, это класс, но когда я постоянно клиент, и когда... Ну, и когда причина уважительная, то я думаю, можно в такие моменты сделать какое-то окошечко. И поэтому приходится ждать моего мастера. Вот. И это вот эта фишка во всем здесь. Здесь все так работают. Если мастер хороший, ну не такой, как вот как меня записали на 8 часов, там у них такой поток, ну там и понятно, как и делают. Но если это мастер хороший, если. Это парикмахер хороший, которого тоже могут советовать, то они работают вот так. То есть они не напрягаются. Меня, конечно, это поражает. Я, когда мы приехали из Донецка, я всегда вот этим была возмущена. Вот мы здесь уже 6-й год живем, я не могу к этому привыкнуть до сих пор, потому что мы работали в Донецке тоже с людьми, у нас была работа. Ну, как бы у нас в первую очередь было, ну, как бы... Я считаю, что это сервис, да, ну, то есть ты с клиентом работаешь, в первую очередь, как бы клиент всегда прав. 29 числа я иду делать себе маникюр, наконец-то я буду с нормальными ногтями. Надеюсь, в следующий раз я не пропущу, не расстрою своего мастера и попаду к ней вовремя, и все будет хорошо. И следующее, о чем я вам с вами поделюсь. Это о нашей бесплатной медицине. Все знают, что в Беларуси есть бесплатная медицина. И в следующем выпуске, ну, может, не в следующем, ну, в общем, я расскажу о нашей бесплатной медицине, белорусской бесплатной медицине. Так что, если вы не подписались на канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое интересное. Вот. Забежала в свое любимое кафе выпить чаек. С вкусным круассанчиком. А вот это как раз разрешающий документ, решение о том, что нам разрешают потратить материнский капитал на достройку нашего дома. Супер!